Вы бы смогли ответить на вопросы по теме знания знаков различия и воинских званий советской и российской армии? А назвать имена и фамилии хотя бы трех известных женщин-разведчиц? А может, вы умеете правильно накладывать кровоостанавливающий жгут, повязку и шину на пострадавшего человека, чтобы ему помочь? Если умеете, значит, вы, скорее всего, так же, как и школьники Щелковского района, в детстве участвовали в военно-тактической игре «Зорница». Ежегодное мероприятие только для младших ребят, учеников 4 по 7 классы районных школ, прошло в центре «Лесная сказка». Конкурсы один на один с пострадавшим, зная оружие, военизированная эстафета, викторина «Победу чтим, героев помним», шифровка и многое другое ожидало 34 отряда из 20 школ в игре «Зорничка». Сегодня школьник, завтра солдат. Здесь в рамках игры они проходят этапы: строевая подготовка, разборка автомата, пистолета, поведение в экстремальных условиях, азбуку Морзе и много очень интересных вещей, которые, может быть, не пригодятся в какой-то профессиональной деятельности, но обязательно пригодятся просто по жизни. Конкурс проводит «Лесная сказка» при поддержке районного комитета по образованию в рамках программы по формированию социальной активности детей «Компас жизни» совместно с военно-патриотическим общественным движением «Юная армия». В конкурсе «Смотр песни строя готов» самым главным является, конечно же, командир, поскольку именно от его команд зависит то, какое место в итоге займет строй. Что входит в обязанности? Это громко командовать, хорошо следить за всеми, чтобы никто не ходил, не баловался, и чтобы дисциплина, да, чтобы была. Ребята, принявшие участие в игре, не только научились всевозможным полезным навыкам, которые могут пригодиться им в будущем, но и просто весело провели время. Наша команда достаточно дружная, очень даже дружная, я бы сказала. И враждебно она против всех не настроена. И она сюда приехала не чтобы соревноваться с кем-то, а просто чтобы повеселиться. Призерами игры «Зорничка» в каждой возрастной категории становятся отряды, набравшие наибольшую сумму баллов за участие в конкурсах. Они награждаются грамотами Комитета по образованию администрации Щелковского района Московской области. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».